Ну шо ты, блядь? Зачем? Зачем так поступаешь? Не надо было дразнить ту собаку. Ты дразнишь собаку, тычешь в нее палкой, она потом взяла и укусила, а ты потом вот такой вот лежишь на лестнице, обтекаешь. Оно тебе надо было? Не надо было. А мне оно надо было? Ну мне, может, и надо было. Ловко ты его. Ну, а чё он? Пойду работать. 4 тачки ждут меня. Через 1,5 часа придут. Спасибо за то, брат. Давай, удачки тебе. А ты, в смысле, 4 тачки ждут тебя? 4 тачки на разгрузку? Или 4 тачки, не знаю, может, ты автомеханик, работаешь по ночам? Работаю в автобусном парке. А, понял, понял. Скажи, лучше DirectX 11X или Enhanced? Да хер его знает. Чего там лучше? Я на каком играю? На 11-м? Или 11 Enhanced? Главное, не 12-й, короче. Главное, чтобы он был не 12-й. Почему SLR, а МК-12? К-12 имба с легкой рукояткой. Да как будто какая разница, что имба, что не имба. Ну типа на побосе, какая разница. Имба — это в голову попадать, чего угодно. Понимаешь? Какой приклад лучше, тактический или легкий? Ну, вроде как тяжелый, тебе чуть больше входа в прицел времени дает. То есть ты дольше входишь. Я беру обычный всегда. Я не изучал этот вопрос секундомером чат. Я беру обычный. Но вот так вот навскидку ты не почувствуешь разницы. Мне кажется, я вот не знаю, смогу ли я почувствовать разницу, если мне дадут, например, ну, грубо говоря, я закрою глаза, мне наденут какой-нибудь сток. И потом я их открываю, я не знаю, какой у меня сток. Я поприцеливаюсь, потом прицеливаюсь другим стоком. Я не уверен, что я смогу определить. Радиоголос я. Вадим Сэлтай. Без тебя и общение так тоскливо.
Ты просто великолепен. Опыт не пропьешь. Спасибо, что ты есть, Вадим. А как к отношениям относишься с девочками? Интересно вообще? Как относишься к отношениям с девочками? Ну, в смысле, интересно. Ну... Блять. Сейчас там ник человека проверяю. Я даже не знаю, как ответить. Ну, я скажу так. Они не входят в какой-то мой интерес так, чтобы я, например, каждый вечер кем-то пробовал познакомиться. Или там, о, понравилась девочка, напишу ей. Или прочее. То есть, ну, крайне редко у меня какие-то знакомческие дела. Вот. Не знаю. Не... Да я не задумывался об этом, честно говоря. Я в игры играю, понимаешь? Девочки, они... Вот девочки... Они вот... Есть девочки, а есть игры и деньги. Если есть девочка, у тебя меньше времени на игры и меньше денег. Понимаешь? Вот. Зачем мне вот это, когда есть вот это? Это моя любимая. Блядь. Зато с девочкой эмоции есть, их не купишь. Ну, это относится к твоей девочке, то есть, ну, если ты встречаешься. Если, я же говорю, если имеется в виду, ну, интерес, типа, ну, по девочкам, типа, там познакомиться, тут пообжиматься, там, в клубешник сходить, об девочек потереться, или чтобы они об тебя потерлись. Ну, такого интереса у меня нет. Я лучше в настолку посижу, поиграю, мне это больше намного интереса создаст, чем выстраивание вот этой вот социальной... Чем вот эта межполовая социальная инженерия, но мне не надо. В настолку с девочкой? Ну, в настолку с девочкой можно, да. А кто сказал? Кто сказал, что я так не делаю? Слабый мужчина делает женщину своей правой рукой. Сильный мужчина делает правую руку своей женщиной. Оф. Паб с девочкой имба получается. Слушайте, паб G должен быть вот между этими двумя главным. То есть вы играете в паб G. А не вы с девочкой. Ну, у меня это так. То есть я лучше там с мальчиком поиграю в бабажи, чем с девочкой, которая, ну, только мурчать будет мне в наушник. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Это не очень интересно. Мне это не очень интересно. Если она играет хорошо, тогда вообще базара нет. А так, меня пол напарника, ну, очень мало интересует. С девочками, разумеется, ну, прикольно играть, потому что, ну, мужскую компанию тоже надо чем-то разбавлять. Но, опять-таки, это надо, чтобы...
Ну, это там девочке тоже было интересно, чтобы ты не там не свою притащил, и она такая: «О, бля, я провожу время с своим парнем». Чтобы ей тоже было интересно там. Поэтому если я иду играть на столке с кем-нибудь, у кого есть там вторая, ну, женщина или девушка, ей неинтересно будет играть, я не пойду. Я не пойду. Радиоголос. Дядь, а мне написано, что нету таких. Ну вот я... Так. Радиоголос. Нет пользователя с таким именем. Ты точно правильно написал? Написано: нет пользователя с таким именем. Поэтому, знаете, когда мне говорят: давай, пошли. Бля, хотел сказать, когда мне говорят: банька, шашлык, машлык, девочки. Я просто подумал: блин, слушайте, а в баньку неплохо было бы. Вот. Такой, думаю, не буду говорить. Если мне скажут: пошли гулять, там девочки, шашлычок, пивко, я скажу: слушайте, у меня стрим. Я очень занят. Давайте в другой раз. Ну вот. В другой раз не позовут, проверено. Ну, меня зовут периодически, потому что я же стримак, я, ну, еблом торгую, и, ну, время от времени появляются в моей жизни люди, которые меня там тащат на какое-нибудь развлечение. Говорят, что там будут девочки, я такой: ну, ребят, как будто бы... Как будто бы... Я крыса, которая это сыр, но... Я та крыса, которую на этот сыр не поймать, понимаете? Ты прошла в каких-то не про здоровые отношения. Так я не знаю, мне вопрос какой задали, мне не пояснили. Мне не пояснили. Кстати, а когда было 14 киллов? Там сколько в теории баблишков могло выйти? $1,518 денег? Обалдеть! Блин, 1518 денег — это одно из моих любимых чисел. Планируешь маленьких майкичей? Ну, пока не планирую. Пока не планирую.
Мир вокруг в последнее время очень непредсказуем для каких-то планов. Вот. А бога смешить я пока еще, ну, не было у меня такого. Вадим, подчеркивание, чьи подчеркивание, Алтай, извиняюсь, обшипса. Всегда обшипса. За тебя и с тобою. Ты веселый и разнообразный. Респект тебе, о, бой, Махич. Босс стрельбы. Уважуха. Ну, в смысле, я разнообразный. Я одинаковый. Я в основном одинаковый. Разнообразный. Я после качки посмотрю, дядь, ладно? Блин, в один целый тай. Ты же вроде давно нас смотришь. Как ты там бан-то успел? Где ты успел? Ну, я посмотрю после катки. Оп-оп-оп. Двести шестьдесят один. Сто шестнадцать. Дяденьки, пожалуйста, не замечайте меня здесь. Сто пять, еще пять рубасиков, блин. Сто шестнадцатый мой регион. Локи из Асгарда. Что, Асгард? С каких пор Асгард 116 регион? Какой регион тут Асгарда?
Ну какой-то, блин. Ну не 116 же. Ну или тогда пусть Marvel переснимают. Нанимают татарского актера. Ну а кто там? В смысле, вообще все, кто там в Асгарде? Тор в Асгарде, батя Тора. Все они, получается. По 40. Блин, этот кринж пойдет на YouTube, да, где я про девочек рассказываю. Ладно. 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 Что ж. Как будто бы я не знал. Как только вот какая-нибудь... ну вот я что-нибудь кринжовое скажу, и обязательно эта катка на YouTube пойдет. Ну вот обязательно. Это прям какая-то база. Они думают там на YouTube, что я вообще дурачок какой-то. Потому что вы вопрос какой-нибудь зададите, я, ну, от игры не отвлекаюсь, как бы бахаюсь. Четвертинка на половинку отвечаю, а потом они смотрят, думают, блин, чё,